Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Об итогах проведения 4-го съезда молодежного крыла «Жас Отан» доложил сегодня президенту первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев. Глава государства отметил важную миссию «Жас Отановцев» в реализации государственной политики. По словам Нурсултана Назарбаева, цель молодежного крыла – сплотить всех молодых казахстанцев. На встрече Маулен Ашимбаев подробно рассказал о достигнутых результатах по итогам проведенного съезда. Напомню, в нем приняли участие 1500 делегатов со всех областей. Также Маулен Ашимбаев проинформировал президента об участии партии в реализации стратегических государственных и отраслевых программ, в том числе «Рухани Жангыру» и «Цифровой Казахстан». По итогам встречи Нурсултан Назарбаев поручил усилить работу партии по некоторым сферам деятельности. Съезд молодежного крыла «Жас Отан» прошел успешно. В соответствии с моим поручением должна осуществляться политическая работа среди молодежи. Цель «Жас Отан» – сплотить вокруг себя всю молодежь Казахстана. По вашему поручению, 28 и 29 марта прошел 4-й съезд молодежного крыла «Жас Отан». В нем приняли участие более 1500 делегатов со всех регионов. В первый день форума состоялась конференция партии. Были проведены 5 специальных панельных сессий. 265 объектов планируется реализовать по программе приватизации в этом году. На сегодня продано 20 из них на 19 миллиардов тенге. Большую часть составляют объекты коммунальной собственности. Об итогах приватизации в правительстве отчитался министр финансов. По словам Бахыта Султанова, в этом году будет продано 40 топовых предприятий. 6 уже выставили на продажу, по 34 идут переговоры с потенциальными покупателями. Озвучил министр и нарушение, замедляющие ход приватизации этих объектов. Это нарушение интервала между торгами, продажа госдоли участия за счет дробления, затягивания предпродажной подготовки и ликвидационных мероприятий. В целом, по комплексному плану, с 2016 года приватизировано 397 объектов почти на 200 миллиардов тенге. За первый квартал этого года был перевыполнен план. Досрочно выставили объекты Акимат Кызылординской области, а также социально-предпринимательские корпорации Актобе, ЖТСУ, Орал, Солтстык. При этом, согласно сводному графику продаж, не обеспечено выставление 5 объектов Акиматом города Астаны, СПК Каспий и СПК Шымкент. Продаваемость с учетом ликвидируемых объектов составила 67%. В рамках государственно-частного партнерства в этом году запустили 8 проектов. Об этом сегодня доложил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. На заседании в правительстве он рассказал о развитии ГЧП. По его словам, на сегодня подписано 212 договоров на сумму свыше 750 миллиардов тенге. Большинство из них приходится на сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, на различных стадиях готовности находятся еще 620 проектов на общую сумму, превышающую 1,5 триллиона тенге. На республиканском уровне прорабатывается 14 проектов, из которых по обеспечению широкополосным доступом к интернету 1249 сельских населенных пунктов уже объявлен конкурс. На местном уровне на стадии подготовки находятся 606 региональных проектов на сумму свыше 3 триллиона тенге. В России сегодня продолжилось снижение стоимости ценных бумаг крупных компаний, руководители которых попали под санкции США. Это повлекло ослабление рубля. Как ситуация может повлиять на тенге, прокомментировали руководители Министерства нацэкономики и Нацбанка Казахстана. По их мнению, предпосылок для резких колебаний курса тенге нет. Нацбанки не планируют проводить интервенции валюты. Вы как знаете, с августа 2015 года, 2015 года, тенге у нас введена свободный плавающий обменный курс. То есть Национальный банк не вмешивается в валютный рынок только в случаях, если фундаментальные факторы позволяют, если нет спекуляции, Национальный банк не вмешивается, поэтому все определяется спросом и предложением. Поэтому это не девальвация, это просто отклонение курсов. Предлагаю, надо посмотреть, как будет в России развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться, и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем. Но здесь нам с Национальным банком необходимо будет проделать работу. Первый торговый день после объявления санкций, они 6 апреля были объявлены, достаточно нервно рынок отреагировал. «Русал» значительно уронил свои акции. Поэтому видим значительную коррекцию российского рубля.
Во-первых, для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику, надо посмотреть, каким образом это будет развиваться в течение пары-тройки дней. В Усть-Каменогорске подсчитывают экономический ущерб, причиненный паводками. Состояние 150 домов и придворовых территорий, которые оказались в зоне подтопления, изучает специальная комиссия. Работники коммунальных служб и общественники проверяют прочность несущих конструкций жилых зданий и составляют перечень необходимых для их восстановления стройматериалов. По предварительным результатам ревизионных проверок, реконструкция 72 пострадавших домов обойдется их собственникам в 50 миллионов тенге. Часть ремонтных затрат горожанам помогут возместить местные власти. В городском отделе занятости и социальной защиты населения сейчас принимают заявки от пострадавших. Посмотрели они у меня полы, они убедились в том, что действительно у меня вода была. Я довольна ими, потому что они обещали мне, что это сделают ремонт, заменят мне полы. Специальная комиссия входит в строительные организации, входит жилищные. 14 человек, входит соцзащита. Они смотрят все эти данные наши. Также дополнительно выезжают строители, делают расчеты на основании документов, сколько нужно там кирпич, штукатурка, ДВП, линолеум, подложка. Привлекать к уголовной ответственности за плохое состояние лифтов планирует акимат Астаны. В ближайшее время столица намерена проверить работу лифтового оборудования. В первую очередь комиссия навестит те дома, в которых жители часто жалуются на обслуживающие организации. Дела будут передавать в Департамент внутренних дел и настаивать на возбуждении дел за нарушение промышленной безопасности, сообщил руководитель управления качества и контроля городской среды Толеген Кулушев. Он отметил, в 2017 и начале 2018 годов по неработающим лифтам поступило 547 заявок. Сейчас в Астане не функционирует 12 в 9 домах. За этот период аварийные остановки зафиксированы в жилых комплексах Эдемпалас 1, 2, АЯ, Успех. Срыв подъемного механизма произошел в жилом доме по проспекту Таульсиздык. Кроме того, столичный акимат на законодательном уровне предлагает закрепить за домами обслуживающие компании по принципу «один дом, один орган управления». Сейчас жилые комплексы содержат, как правило, несколько сервисных организаций, среди которых наблюдается несогласованность действий. Предложение уже находится в Министерстве юстиции на рассмотрении, отметил руководитель управления. Мы хотим, чтобы в этой управляющей компании все было в одном. Тот же КСК, обслуживание дома, те же лифты обслуживания и та же аккредитация. Чтобы один орган за все отвечал. И можно было спросить, если удовлетворительная работа, можно лишить аккредитации и также возбудить уголовное дело. В Алматинской области с начала года выявлен 141 факт нарушения законодательства в области охраны рыбных ресурсов. Изъято больше 42 тонн незаконно выловленной рыбы. Наложен штраф почти на 2,5 миллиона тенге. Сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отмечают, что рыбные ресурсы в водоемах области близки к истощению и призывают отказаться от незаконного рыболовства, а заняться рыбоводством. За это государство предусмотрены субсидии до 50%. В частности, в этом году на субсидирование разведения рыб из местного бюджета планируют выделить больше 117 миллионов тенге. В прошлом году, получается, на 2017 год у нас товарной рыбы было по Казахстану выращено 744 тонны, из них 190 тонн было выращено именно субъектами рыбного хозяйства Алматинской области. Мы к 2021 году планируем достичь объемов товарного выращивания рыбы порядка 5000 тонн. И к событиям в мире. Землетрясение в центральной Италии. Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в регионе Марке. Информации о пострадавших нет, но разрушения, как отметили представители власти, значительные. В городке Муча обрушилась колокольня 17 века. Ущерб, причиненный жилью, сейчас оценивают специалисты. Уже закрыты школы. Из Италии наш собственный корреспондент Юлия Гончар. Небольшой итальянский городок Муча оказался ближе всего к эпицентру землетрясения на расстоянии около 2 километров. В 5 часов утра и 11 минут его спящие жители ощутили подземные толчки значительной силы. Пострадавших среди населения нет, но люди очень напуганы. Дело в том, что почти 2 года назад им уже пришлось пережить нечто подобное. В августе 2016 года в центральной Италии произошло разрушительное землетрясение. За одну ночь погибли около 300 человек. Городок Муча, как и многие другие, был частично разрушен. Большинство его населения до сих пор живет в деревянных домиках. По словам мэра городка Марио Барони, подземные толчки в регионе стали вновь ощущаться в последние несколько дней. Специалисты
Итальянского института геофизики и вулканологии не исключает, что за сегодняшним землетрясением могут последовать и другие в ближайшие дни. По мнению ученых, подземные толчки, зафиксированные этим утром, продолжают серию землетрясений 2016 года и связаны с разломом в земной коре, который тогда образовался. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия. Циклон Кенни обрушился на Фиджи. Ураган стал вторым по счету за последнюю неделю. Из-за разгула стихии большинство дорог закрыты. Власти призвали местных жителей собрать необходимые вещи и готовиться к эвакуации. Мощность циклона Кенни уже выросла до третьей категории. По данным метеорологов, это не предел. Ожидается, что всей мощью он обрушится на Тихоокеанский архипелаг в ближайшее время. Скорость ветра может достичь 170 км в час. Отмечу, информация о пострадавших пока не поступала. По меньшей мере 1000 вооруженных солдат Национальной гвардии из американского штата Техас отправятся на границу с Мексикой. Об этом сообщили в ряде местных СМИ со ссылкой на губернатора штата Грега Эббота. По его данным, сейчас на посту находятся уже 250 военнослужащих. Напомню, ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал распоряжение об использовании сил Нацгвардии для охраны границы с Мексикой. Такое решение глава государства объяснил желанием прекратить поток контрабанды нелегальных мигрантов, наркотиков и бандитов. К слову, для этих же целей в Санта-Тересе уже начато строительство новой секции стены длиной в 32 километра вдоль границы США и латиноамериканской страны. Стена строится для того, чтобы сделать работу пограничников более эффективной. Она позволит нам быстрее реагировать на незаконные проникновения. Многие думают, что стена здесь как препятствие для мигрантов. Но на самом деле это не так. Один из руководителей политической партии «Революционные вооруженные силы Колумбии» Хесус Сантрич задержан по подозрению в организации поставок 10 тонн кокаина в США. Об этом на совместной с президентом страны пресс-конференции сообщил генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес. По его словам, незаконные действия были совершены после подписания мирных соглашений с властями. Сумма контрабанды якобы составила 15 миллионов долларов. Сейчас глава государства не исключает возможной экстрадиции Сантрича в США в случае, если обвинения будут доказаны. Напомню, повстанческая группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» появилась в 1964 году. В 2017 на ее основе официально создали политическую партию. В результате долгих переговоров между властями и повстанцами сторонам все-таки удалось подписать мирное соглашение. Как случившееся скажется на договоре, пока не ясно. Генеральный прокурор сообщил мне, что в ходе расследования стали известны неопровержимые доказательства участия Хесуса Сантрича в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Преступление было совершено после подписания соглашения. Несомненно, он, как и любой другой гражданин страны, имеет право на надлежащую правовую процедуру. В Астану прибыли работники железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта со всего Казахстана. В столице проходит республиканский форум первичных организаций отраслевого профессионального союза. Как отметил председатель Федерации профсоюзов Бахыджан Абдраим, цель форума – активизация первичных организаций. На местах необходимо обсуждать вопросы безопасного производства, средней продолжительности трудового дня и гендерного равенства. Так, в прошлом году с помощью профсоюзов удалось решить 36 трудовых споров. Обсудили также новые возможности для улучшения жилищных условий, которые предусмотрены в рамках 5 социальных президентских инициатив. У нас есть несколько предложений на законодательном уровне снизить пенсионный возраст для некоторых профессий, машинистов, их помощников. В компании предусмотрено трудовое пособие для этой категории. Они получают его по достижению 58 лет. Мы предлагаем расширить число специальностей, которые будут получать трудовые пособия. Западный регион Казахстана намерен войти в ряды экспортеров подсолнечного масла. В Приурале после технологической модернизации запустили завод по производству масла. В год здесь могут переработать до 40 тысяч тонн сырья. Предприятие единственное в стране, где применяется технология холодного прессования, которая позволяет сохранить в продукте все полезные свойства. Маслоперерабатывающий завод в селе Белес несколько лет простаивал после банкротства прежнего владельца. Предприниматель Мурат Шакибаев, выкупивший завод, принял 1,5-миллиардный долг и вложил свои средства для модернизации. Сейчас на предприятии запущены новые цеха. Первые партии продукции пошли на прилавки. Около 1 миллиарда было вложено своих средств, и в том числе кредитов где-то на 250 миллионов.
для того, чтобы увеличить производительность труда. Сейчас 170 тонн они по сырью обрабатывают. Мы будем оказывать всяческую поддержку для того, чтобы таких вот бизнесменов успешных поддерживать. С 20 до 40 тысяч тонн сырья в год подняли обрабатывающую мощность завода. Построили цех экстракции. Он позволил повысить выход масла. А отходы с высоким содержанием протеина идут на комбикорма для скота. Еще одно технологическое решение – энергоэффективность. Паровая котельная, она работает на отходах от подсолнечника. То есть мы не используем газ, не используем уголь и так далее, мы работаем на отходах. Мы всего лишь этот котельную используем на 30%, даже на 20%. То есть у нас дополнительно есть еще мощность для вырабатывания пара. В месяц новые линии будут производить свыше 1000 тонн масла. Сырье поставляют местные фермеры. В среднем в регионе собирают до 50 тысяч тонн подсолнечника. Если раньше была проблема со сбытом, наши сельхозпроизводители возили в основном в Актюбинскую область, отправляли в Узбекистан, отправляли на завод Усть-Каменогорск, то сейчас привозят сюда. И им государство еще доплату, субсидии. Заключены контракты о поставках продукции во все регионы страны. А на днях первая партия была отправлена на экспорт в Узбекистан. Путагоз Базарбаева, Булатшор Ильгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар 24. В Нью-Йорке прошел международный джазовый фестиваль. Казахстан представил молодежный музыкальный коллектив «Алматы Юз Джаз Бенд» под руководством Тагира Зарипова. Выступление прошло в знаменитом театре «Аполло», где на сцену они вышли с представителями лучших джазовых школ Калифорнии, Коннектикута, Флориды, Пенсильвании. Молодежный оркестр из Алматы исполнил программу из классического джазового наследия лучших произведений Дюка Эллингтона, Дизи Гиллеспи, Гордона Гудвина и других знаменитых корифеев американского джаза. Нью-йоркская публика насладилась концертом, а критики высоко оценили импровизацию и исполнение. Они были приятно удивлены юным возрастом некоторых музыкантов, самому младшему всего 10 лет. Участие молодежного джазового коллектива из Казахстана в престижном международном фестивале стало возможным благодаря финансовой поддержке акционерного общества «Самрук Казына» и при содействии Генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке. С 1996 года оркестр является членом Международной образовательной джазовой ассоциации. Он также становился лауреатом трех международных джазовых конференций в США, которые прошли в 1998 году в Нью-Йорке, в 1999 году на юге Калифорнии в городе Анахайм и в Новом Орлеане в 2000 году. Чуть позже музыканты из Казахстана стали участниками 25-го международного джазового фестиваля «Северное море 2000 и 2003 в Нидерландах. Оркестр Алматы Юз Джаз Бенд выпустил первые компакт-диски «Макин Вупи» и «Мидео» совместно с французским джазовым саксофонистом Франсуа Жанно. В Усть-Каменогорске стартовал республиканский интеллектуальный марафон «Дорога к знаниям». В мероприятии приняли участие 180 дошколят. Организаторы уверены, такие проекты необходимы для развития у детей творческих способностей и познавательной активности. В будущем это поможет им в выборе сферы образования. Отмечу, интеллектуальная эстафета проходит в рамках проекта «Рухани Жангару». Я участвую в марафоне «Дорога к знаниям». Команда «Юсимас». Мне очень понравился этот марафон, потому что там были интересные задания. Некоторые были сложные, но я все равно справилась. Уже третий год подряд, точнее с 2016 года, по всей стране передается эстафета республиканского интеллектуального марафона «Дорога к знаниям», который проходит среди детей младшего школьного и дошкольного возраста. Этот марафон – показатель модернизации общественного сознания, что нашим бизнесменам не безразлично будущее наших детей. В Павлодаре подвели итоги международного конкурса «Мейкатон Том Казахстан». Лучшие изобретатели со всей страны 3 дня демонстрировали разработки, которые позволят облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Команда участников поддержала экспертное сопровождение. В результате на свет появились модернизированный велосипед для больных ДЦП, поезд-навигатор для незрячих и многое другое. Напомню, в прошлом году на Мейкатоне был представлен прототип экзоскелета. Изобретение карганинских студентов позволило поднять на ноги Валентину Толмачеву, которая перенесла инсульт. Сейчас авторы доработали прототип и подали заявку на его патентирование. Таким образом, конкурс стал площадкой для развития социального предпринимательства. В этом году он отличился максимальной цифровизации изобретений. Самым эффективным проектом жюри признала умную перчатку с сурдопереводом. На этом все. Всего доброго.